В России я не вижу огромных проблем, потому что не закредитованность, в первую очередь. Второе, у нас есть определенная подушка денежная. Третье, наличие сырьевых таких объемов и вечная ситуация. В общем-то, конечно, это плохо, но извечная ситуация во всем мире, там, войны или каких-то там эксцессов, это все напрягает сообщество, и цена на ресурсы в ближайшее время будет держаться на высоком уровне. Так что пока, я думаю, вот время есть нам воспользоваться ситуацией сейчас, вложить, переложить те объемы доходов, которые мы можем получить из сырьевого спектра, вложить в другие отрасли и развивать их, надо это сделать. Это будет еще в ближайшие 7-8 лет.